3000 рублей. Именно столько с нынешнего сентября составляет штраф за отсутствие детского автокресла. Наказание серьезно ужесточили, однако некоторые родители как ездили, так и ездят, не пристегивая своих чад ремнями безопасности. И дело ведь не в деньгах, говорят автоинспекторы. Речь идет о жизни и здоровье детей. Случись авария, у ребенка, который находится в машине без специального удерживающего устройства, в разы падают шансы уберечься от серьезных травм и остаться в живых. Тему продолжит Екатерина Караваева. Этот перекресток в Дзержинском районе Волгограда один из самых оживленных. Именно здесь и был организован рейд с участием автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД проверяли, соблюдают ли родители правила перевозки детей в машинах. И почти сразу же убедились, не все заботятся о безопасности своих чад. Если бы ребенок хоть как-то был зафиксирован, уже не было бы травм. Жертвы невнимательности взрослых. Именно так говорят автоинспекторы о детях-участниках ДТП. Причем в авариях, где пострадавший ребенок не был пристегнут, виноваты сами родители. Они в силу тех или иных причин пренебрегли элементарными мерами безопасности. С начала года в нашем городе зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 63 ребенка получили травмы различной степени тяжести. 39% от общего количества происшествий произошли с участием детей-пассажиров. За время рейда в Волгограде к административной ответственности были привлечены свыше десятка водителей. Им выписан штраф на сумму 3000 рублей. Именно столько теперь предстоит заплатить за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. В Волжском местом для рейда по детским креслам выбрали пешеходный переход рядом с городским лицеем. Во время школьных занятий здесь всегда много машин, и некоторые родители зачастую пренебрегают правилами безопасности. Об этом автоинспекторам не раз сообщали неравнодушные очевидцы. И действительно, почти сразу был установлен автомобиль, на заднем сиденье которого находился ребенок без каких-либо удерживающих устройств. Что же это при детей перевозить? Необходимо пользоваться удерживающими устройствами. Будем теперь пользоваться держащими устройствами. Отсутствие кресла или ремней женщина объяснила их дороговизной. Однако госавтоинспекторы напомнили, постоянные штрафы могут обойтись гораздо дороже для семейного бюджета. Зачастую дети становятся заложниками родительского нежелание тратить какие-то деньги на приобретение этих устройств, хотя закон прямо регламентирует порядка 6 видов этих устройств. Это не обязательно детское кресло, это достаточно какого-то бустера, подушечки, которая может быть подложена ребенку, чтобы он сидел чуть повыше, и ремень безопасности проходил у него не через шею, а через плечо. То есть этого вполне достаточно для того, чтобы ребенок безопасно находился в машине. Это прекрасно понимает Мария Подшивалова. Когда ребенок был маленький, всегда возила его в кресле. А теперь, отправляясь в дорогу, пристегивает ремнями безопасности. Дети очень озорные на дороге и могут отвлечь. Надо за безопасность детей как-то переживать. Кстати, в Волжском с начала нынешнего года произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали непристегнутые ремнями безопасности дети. Один ребенок погиб. Екатерина Караваева, Андрей Гапчук, телекомпания «Ахтуба».